Хейо, гайз, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игруху, которая называется The Messages. Блин, вот опять у меня музыка орёт, но если я сделаю тихо, вы тогда будете плохо её слышать. Ладно, давайте тогда начнём, я думаю, будет всё нормально. Так, сюрикенчики мне, те, которые мне нужны. Мы отправляемся с вами в DLC, ребят. Месседж, так как мы прошли, так сказать, основную сюжетку. Расплывчатые образы постепенно принимают все более четкие очертания. Это у нас пикник Пэник. Где-то в альтернативном вселенной фабияне стали жертвами похищения. Конец, должны отправиться в тропики и спасти ситуацию. Мы нажимаем «Продолжить». Что происходит? Мои устройства ведут себя так, словно где-то только что открылся портал в другое измерение. Ничего страшного. Можешь возвращаться к работе. Но ведь моя работа заключается именно в том, чтобы открывать порталы. Говорю же тебе, все в порядке. Неужели гонца ждут приключения на стороне? Да. И что ты думаешь, что сделаешь дело? Не знаю, а что? Просто если сделаешь, то никакое это не приключение. Слушай, я просто по-быстрому смотаюсь в измерение, где остров Вудуян так и не слился с нашим материком. Могу поспорить, ничего примечательного там не случится. Ладно, если все же собираешься сделать дело, дай знать. Я хочу быть там и видеть это. Договорились, буду держать тебя в курсе. Так там. Я у себя в лаборатории. Что? Ничего. Ну и почему ты никуда не идешь? Просто мне кое-веки хочется, чтобы кто-то сказал «Удачи, мастер». Это серьезно? Мы тут пытаемся сосредоточиться, почему ты вечно пытаешься притянуть одеяло на себя? Эй, я тружусь изо всех сил, но в центре внимания все равно всегда остаешься. Здесь вы с пророком. Подожди. Только не... Извини, звонил? О, пророк. Вы можете сказать? Удачи, мастер. Ну, хоть разочек, пожалуйста. Прости, что? Ох, можешь приступить уже, а? Ох уж эти двое. Ступай, гонец, и помни о том, что отправляешься в альтернативную реальность, которая тебе следовало любой ценой избегать. С этой парочкой я разберусь. Нет, я, короче, все-таки звук потише сделал. Где-то в альтернативной вселенной, вдали от берегов острова Гонсан. Солнце над тропическим островом Вудуян сияло так ярко, что малютки и фабионцы устроили пикник. Но тут, по воле судьбы, откуда ни возьмись, появился генерал демонов. И всех охватила паника. Он увел своих пленников в свое сердце смертельно опасного джунгли острова Вудуян, чтобы использовать бедняжек в своем злобном ритуале. Только один герой может переноситься в другое измерение, чтобы спасти фабианов и помешать планам Бартазеля. Если, конечно, все это не ловушка. Блин, мне хотя бы просто себя в наушниках сделать тише, чтобы мог слышать хотя бы свой голос, который я говорю. Какие люди? Приветствую, юная и неугомонная душа. Старейшина, меня перенесло сюда, но я не знаю, куда идти дальше. А ты кто? Ты меня не узнаешь? Я состою в клане. Слушай, может я и старик, но простым костюмом меня не одурячит. Я помню своих учеников всех до единого. Но я и вправду ниндзя. Ты сам меня всему научил? Ты хотя бы технику облачённого шага владеешь? Облачного шага. Это мало что и значит. Я чувствую присутствие силы свитка, а значит мне стоило потратить свое время на что-то более ценное, нежели... Так, нежели расспросы. Очень высокое и явно
это лобное существо. Б, какие-то либо помехи добрались до доков и ждет там гонца. Утверждает, что хочет сделать обоюдованное предложение. Советую тебе отправиться в доки. Напомню еще разок. Все мы упомянуты в строках пророчества и признаем силу свитка. В следующий раз можешь обойтись без маскировки. Так, я все-таки настройки зайду. То, что очень сильно бьет по ушам. Так, а ну-ка. Ну блин, я на самом деле даже не знаю, типа. Ну так я только уши сашу свои, понимаете? Ой, боже. Сделаем тогда таким образом. Я не буду глушить звук самой игры в OBS. Ну да, я думаю, где-то так подойдет. Все, полетели дальше. Ступай налево, в доки. Там тебя ждут. Тебя уже заждались. Ну, мы помним все эти тренировочки. Привет, меня зовут Рок Лиси. Обучение тебе явно не нужно. Продолжай в том же духе. Говорю же тебе, рост решает все, гонец. Гонец преклонит колени перед могуществом Рокстином. Что? Гонец уже здесь. Ну класс. Стоит только подумать, что прекрасно успокаивает отреплеванный водный этап своего леденящего кровью полета. Пожалуй, я просто спущусь. Смотри. Нихера он что вырос? Итак, гонец, обращаться за помощью к Рекстону Великому? Я-то... Ну, а разве ты не надеешься попасть на остров Вудуян? Да, судя по всему, несколько фабиан похитили. И как ты предлагаешь добираться до острова? Ну, у меня был план попросить моего приятеля Манфреда мне донести. И испортить его отношения с заводным привратником? Как-то это не по-приятельски. Ну вот, деваться тебе некуда. Склонись передо мной. Признай, что я выше всех на свете, и мы мои костями с скакуном доставим тебя куда требуется. Да чего неловко. Слушай, я... Завтра у меня свидание, можешь поможешь мне вернуть мои ходули? А потом я доставлю тебя на остров Вудуян. Обещаю. Конечно. Ладно. Прыгай сюда. Ну что, народ, я говорю сразу. Долцешка не из легких, ну в плане вот это только момент. Так, походу идеальная. Хочешь, я научу тебя серфить? Да. Что ж, первое правило серфинга. Любой ценой избегай камни. Теперь нажми S, чтобы так, спуститься на одну линию ниже. Иногда, чтобы не наткнуться на камень, надо через него перепрыгнуть. Нажми пробел. Клёво! Так, и последнее, о чем я тебе расскажу. Некроусиление. Оно не расходует энергию и восстанавливается мгновенно. Нажми Ctrl, Alt, Ctrl, чтобы использовать некроусиление.
не слишком то впечатляет, да? Подскажу, некроусиление, подпитывающее благодаря врагам или обломкам. Ну же, нажми. Окей. Не забывай о том, как важно избегать камней. А чтобы ускоряться, продолжай... Так, подпитывать. На этом вроде все. Дальше давай своим ходом. Пора прократься внутри волны. Скажу сразу, глаза оно очень сильно падает, поэтому... Чем мы быстрее будем двигаться? Тупой Steam открылся зачем-то. Нам главное не терять лишнее время, понимаете? И собирать вот эти вот перья. Объясняю суть. Если мы пропускаем перья, мы проигрываем. Ну, типа, в плане того, что мы не проиграем, но они обязательные. Ну, глаза оно сильно дает, на самом деле. Вот ты едешь. Блин, он так посрал. Все отлично. Ладно, покажем этому моллюску, где здесь босс. Кто здесь босс? А да, ему эти нужно сбивать, я вспомнил. Что это за херня? Вот мину лучше не врезаться. Так, отлично. Главное ни одной чернила не пропустить, потому что это будет плохо. Thank you.
чтобы вы понимали, я босса проходил без получения урона. Ну, я пытался изменить свои видосики и пройти всех вообще боссов, которые я играю, без получения урона. Хватит. Верни это. Почему ты не говоришь нам, что тебе не по душе? Рокстин. Я не хочу говорить, мне просто нужны мои ходули. Но нам не хватает тебя. Почему заглядываешься в гости? Не заглядываешь в гости. Хватит. Ты мне не мамочка. Рокстин. Духу. Он снова ушел. Да. Я больше не понимаю его. Мне казалось, что интерес к некромантии у него временный и скоро пройдет. Но вое и ныне там. Да. Я чувствую себя в ответе за это. Не следовало нам говорить ему, что он приемный. Не плачь, Окта. Но я скучаю по нему, Пи. Я тоже. Ты же знаешь. Ой, я знаю, что тебя взбодрит. Щекотка щупальцами? Щекотка щупальцами. Я люблю тебя, Пи. И я тебя, Окта. Ой, иди же сюда. Так, по идее, я собрал все перья и ни одну не пропустил. По идее, да. Мне повезло, потому что я помню, я на это убил где-то... Сейчас чем-то, на самом деле. А здесь я просто с первой попытки все сделал. Самое сложное здесь было просто в том, чтобы твой глаз мог воспринимать очень движущие вещи, так как у тебя сразу идет помутнение. Но как вы видите, мне пронесло. Гонец окажет мне помощь. Даже не догадывайся об этом. Как только магические семя... наполнит энергия Вуду, я окажусь еще на одном шаге ближе к мести. Какая наивность и предсказуемость, могут поспорить. Гонец уже спешит на помощь этим бесполезным созданиям. А я знал. Мне лучше скрыться на какое-то время. Скрылся. Добро пожаловать в тропики. Может быть, отвернешься на секунду? Пожалуйста. Да, гораздо лучше. Не буду тебя мешать, приходи, если захочешь снова посерфить. А сейчас мы как раз с вами и узнаем, ребята... Так, а как там вообще работает это? Нет, мы не все собрали. У нас только три пера, ну и четыре. Всего их должно быть, кажется, 5. А не, 4, ребят, все отлично. Это идеально, на самом деле. Вот наш остров, получается, открытое море, а это берег Уйдуянов. 0,5, это, ребята, если не ошибаюсь, шлепанцы. Мы умножаем их на 2. Ну, короче, там много всего нашлось. А, вот. Это все острова. Вот, видите, всего их шлепок 10. И остров Гонца мы тоже прошли. Ну чё, я думаю, мы можем с вами как сделать. На этом закончить, ребят. Потому что это как бы вводная часть. Это плюс DLC, плюс мы босса победили. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.